Друзья, 21 февраля 23 года, рыболовный клуб «Зеленый берег». Друзья, у нас сегодня на рыбалке Андрей. Андрей, привет. Привет. Рассказывай давай, как проходит твоя рыбалочка сегодня в такой морозный день? Уже взял десяточек. Друзья, время... На актив на запуске. Ага. И пассив. Друзья, время 10:30. Пассив вообще в разных углах. Да, то есть по всему водоему? Да, поклевывает по всему водоему. А что... И на пассив много пустых. Прижмет, лепешки. Блинчики. Это блины недели. Оладьи. Да. Ну, для блинчики очень долго надо это делать. Оладышек быстро. Оладышек. Ну, это вы просто не даете ей блины доделать. Получается, оладышки. Да. А, Андрюх, а что из актива работало? Железо. На запуске железо. Ну, как всегда... Морковка. Морковочка, да? Да. Ничего не поменялось. Я понял. Ну, хорошо, десяточка. А так сейчас ищем. Пробуем. Да, ну, я смотрю только что. Поимочка там была поимочка. То есть рыбка еще активничает. Вот, да, сейчас вот тут мужчина поймал. Где она, по центру или по краям? Я думаю, вы ее сейчас найдете. Ну, идем. Все, большое спасибо.